Словно нарисованные детской рукой портреты, которые показали на видео сотрудники ФБР, изъяли у американского серийного убийцы Сэмюэла Литла. ФБР надеется, что наброски помогут идентифицировать жертв маньяка. Всем большой привет, ребята, меня зовут Вика, и я очень рада, что вы попали на мой канал. Я очень благодарна всем тем, кто нажал на этот ролик и решил провести свое свободное время со мной. Запасайтесь печеньками и вкусным чаем, потому что сегодня будет длинная история о очень известном маньяке в США, очень страшном маньяке в США. Подписывайтесь, если вам тоже нравится следить за всякими странными делами, слушать истории про маньяков. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот здесь вот вы его видите на своих экранах, там очень интересно. Также у нас есть чатик, где мы играем в мафию, общаемся. Очень много кто там нашел интернет, друзей. У нас очень приятные админы и, в принципе, классная атмосфера. Можете зайти и пообщаться со мной там. Также вы можете отправить туда свои истории про маньяков, потому что следующий видос будет о истории маньяки в жизни подписчиков. Также обязательно пишите в комментарии, я буду замечать всех, отвечать на все комментарии и ставить лайки на все комментарии. Всех замечу, а мы продолжаем распутывать это дело. Литла приговорили к пожизненному заключению, но незадолго до своей смерти он признался, что за 35 лет жизни на воле он убил в общей сложности 90 человек. Почему маньяка не могли поймать на протяжении десятилетий и зачем он рисовал портреты своих жертв? Сегодня я вам это все расскажу. Его преступная карьера растянулась на несколько десятилетий. На его руках кровь как минимум 50 жертв. Сотрудники ФБР назвали Сэмюэла Литла самым массовым убийцей в Америке. Литл был известен под именем Сэмюэл Макдауэлл, значит, он 26 раз был задержан в 11 штатах, таких как Калифорния и Флорида. Он обвинялся в ограблении магазинов, попытках изнасилования и разбойных нападениях. Невероятно, но маньяк был осужден за все эти убийства только в 74 года. Дело Сэмюэла Литла часто называют самым громким провалом американской полиции. Сэмюэл Литл родился 7 июля 1940 года в штате Джорджия, в городке Рейнольдс. Его мать была проституткой и оставила ребенка на попечение бабушки сразу же после рождения. В школе мальчик учился плохо, часто конфликтовал с учителями и одноклассниками. Первое свое преступление Литл совершил в 16 лет. Он украл велосипед, за что его поместили в спецшколу. После того, как он освободился, какое-то время он был законопослушным гражданином, после чего последовал ряд преступлений, таких как кража со взломом. Первое убийство Литл совершил в 29 лет. В баре его внимание привлекла высокая блондинка в красном платье. Как позже выяснится, маньяк испытывал болезненное пристрастие к женским шеям. Он сам расскажет об этом преступлении. Девушка коснулась своей шеи, он назовет это сигналом свыше. Чуть позже он познакомится с ней и увезет ее в лес. После его удара она потеряет сознание, он ее задушит и совершит действие сексуального характера. Следы своих злодеяний Литл особо не скрывал. Тела жертв он просто оставлял в придорожных каналах, лесах и на берегах рек. Литл совершал свое убийство по одному и тому же шаблону. Впоследствии его назовут «Бей души убийца», одно из последующих убийств Марты Каннингем. Он задушил эту девушку, оттащил ее тело в лес и бросил в зарослях. В это сложно поверить, но полиция даже не предприняла попыток найти убийцу Марты Каннингем. Дело быстро закрыли, а в заключении судмедэкспертизы написали: причины смерти не установлены. Столь халатное отношение полицейских к расследованию обоих убийств окончательно убедило Литла в его безнаказанности. Одна из девушек по фамилии Смит в 76 году все это происходило. Он ее тоже душил, но она выбежала из машины, добежала до ближайшего дома и вызвала полицию. Полиция нашла в его машине то, что он похитил у нее. Ювелирные украшения
ее одежду. Казалось бы, убийца наконец-то найден и понесет заслуженное наказание. Но за решеткой Литл проведет всего лишь 3 месяца, поскольку девушка, на которую напал Литл, показалась суду ненадежной свидетельницей. Маньяки разделяются на определенные виды. Литл относился к категории маньяков-миссионеров. Они убивают определенные слои населения. В данном случае Литл убивал проституток. Его мать была проституткой, и всю ненависть, которую он испытывал к ней, он вымещал на своих жертвах. Большинство жертв Литла были проститутками или бездомными наркоматками, поэтому искать их полиция не спешила. А знакомым убитых, которые давали показания, не внушали доверия у суда. Литл снова и снова оставался безнаказанным. Он никогда не попадался по делу об убийствах. Он был подозреваемым, ему даже выдвигали обвинения по делу об убийствах. Но дважды присяжные его оправдывали за недостатком улик. То есть, пример, на одной из жертв нашли его волосы, она была убита. Но присяжные сочли это недостаточным доказательством его причастности к убийству. В 1984 году Литла все-таки посадили в тюрьму за попытку изнасилования. В Сан-Диего патрульные задержали его прямо во время преступления. Он бил и душил жертву на заднем сиденье автомобиля. Литла осудили, но уже в 1987 году Литл вышел из тюрьмы и уехал жить в Лос-Анджелес. Там маньяк совершил еще как минимум 10 убийств. Разоблачить Литла смогли лишь только через несколько десятилетий. В 1985 году ФБР приступили к формированию единой базы ДНК. И какой-то полицейский из Техаса внес в эту базу данные Литла. И когда в 2012 году его задержали за хранение наркотиков, ДНК-тестирование подтвердило причастность к 3 убийствам 30-летней давности. Преступника задержали в приюте для бездомных штата Кентукки. В то время он уже разыскивался полицией за торговлю наркотиками. Было известно, что он пользуется определенной социальной картой, которую он и расплатился в известном торговом центре, что впоследствии помогло полиции установить его местонахождение и задержать. В 2014 году результаты ДНК-исследования представили суду. Литва признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. В зале суда он продолжал настаивать о своей невиновности. Уже в тюрьме Литл пошел на сотрудничество над следствием, чтобы ему смягчили приговор. Он признался не только в 3 убийствах, за которые ему дали пожизненный срок, но и признался и в остальных убийствах тоже. По словам маньяка, он убил 90 женщин. Часто Литл даже не мог вспомнить время и место преступления. Но зато он помнил лицо каждой убитой. Чтобы облегчить следователям работу, он нарисовал каждую из своих жертв. И оказалось, что он помнит мельчайшие подробности. Он помнит даже цвет глаз, он помнит все детали, улыбку, в чем была одета. То есть все эти мелкие подробности помогли выйти на раскрытие преступлений. Это все подтвердилось действительно, когда вышли на место. Литл всегда интересовался живописью, и в разговорах с журналистами сравнивал себя с Ван Гогом. Все портреты своих жертв маньяк развесил на стенах своей камеры. Плодами своего творчества Литл любовался недолго. В 2020 году Литл перевели в одну из больниц Лос-Анджелеса из-за проблем со здоровьем. Там он и умер в возрасте 80 лет. Тела многих его жертв ищут до сих пор. Ну что ж, вот такая вот история, друзья. На самом деле меня даже пробирает холодок по телу, потому что вот, ну, живет маньяк, убивает на протяжении всей своей жизни, и полиция ничего с этим не делает. То есть, вот, возможно, мы сейчас сидим, и 100% там кого-то убивает, и не в первый раз. И, блин, это, типа, очень жутко, что такие люди остаются на свободе очень часто, и что полиция плохо работает. Я очень надеюсь, что когда-то это изменится, и что такого не будет. Блин, 90 жертв, 90 женщин убил. Вы понимаете, это вообще, ну, 90 человек. Это просто кошмар. То есть, ну, его даже не посадили. А посадили, когда ему уже сколько лет было. То есть, этот человек убивал и жил нормальную жизнь. Ну, то есть, типа, он прожил почти всю свою жизнь на свободе, убивая людей. И
он даже особо, знаете, от наказания не пострадал, потому что, ну, знаете, когда садят практически дедушку, он уже там и семью мог создать, и все такое, просто здесь об этом не пишут, возможно, у него есть семья и дети, и он приходил к своей жене. Короче, это очень страшно, и что такие люди живут с нами вообще на одной планете. Ребят, обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Вот здесь вот еще раз его показываю, ссылочка будет в описании, мы там с вами общаемся, переписываемся и все такое. Вы выбираете, что мне снимать в следующем видео. Обязательно пишите, как вам эта история и продолжать ли снимать подобные видео. Пишите в комментарии. Также подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки. Я вас всех очень сильно люблю. Всем хорошего дня, хорошего вечера, хороших сладких снов. Всем удачи, еще увидимся.